Тему доступного жилья мы поднимали уже много раз, рассказывая и о юридической стороне вопроса, и о ситуации вокруг долевого строительства в нашем городе, и о конкретных примерах покупки квартиры нашими горожанами. Сегодня же обратимся к истории. Как-то мы уже упоминали о том, что впервые подобный тип строительства появился в Аргентине. Другим примером доступного жилья служит так называемый Левиттаун. Этот город, названный в честь его создателя Уильяма Левита, возник в конце 40-х годов к востоку от Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что в послевоенное время американцы остро нуждались в дешевом доступном жилье. Уильям Левит придумал строить типичные недорогие дома, позаимствовав идею конвейерной сборки у Генри Форда. Каждый вид строительных работ выполняла определенная бригада. И одна шла вслед за другим, ну так же, как конвейер автомобилей. Это позволяло ему в итоге получать стоимость $8000 за дом, хотя на тот момент на рынке стоимость подобного же предложения была порядка 40 000. На сборку одного дома уходило сначала 40 минут, а затем и вовсе 15. Поселение Левита пользовалось небывалой популярностью. Цена домика в пригороде была равнозначна цене квартиры в мегаполисе. Записываться на покупку выстраивалась огромная очередь. И сотрудникам компании Левита приходилось выдавать кофе и булочки для того, чтобы люди не замерзли. Его схема была достаточно проста. То есть в послевоенное время он скупал фермерские участки в большом количестве и при строительстве домов использовал типовые дешевые проекты без какого-либо особого архитектурного дизайна, то есть они были типовые, идентичными. Конечно, конструкция и внешний вид домов были очень простыми, и отличались они друг от друга только лишь расцветкой. Когда Левиту предложили сделать интересный дизайн, он спросил, сколько это будет стоить. Когда архитектор ответил ему, что стоимость такого дома составит около $40000, Уильям рассмеялся и ответил, что простому американцу такой дом просто не по карману. Кстати говоря, правительство Соединенных Штатов Америки поддерживало инициативы Левита и помогало людям с покупкой домов. Будущим жильцам выдавались кредиты на приобретение этого жилья по очень низким ставкам и на 20-30 лет. Государство выступало гарантом подобных банковских кредитов, что сделало покупку домов реальной для людей самого скромного достатка. Государство оказало ему содействие и, плюс ко всему, начало выдавать государственные займы людям, так что они могли вносить буквально по $100 и выплачивать кредит по $50. Можно провести параллели к жилью, которое сейчас строится по всей России, во всех регионах, от Новосибирска до Владивостока, в том числе и Екатеринбург. Жилье, в принципе, можно сравнить его с теми же левитаунами по скорости строительства, по типичности проектов. То есть проекты, как правило, типовые. Единственное, это цвет фасада различия. Строятся за очень короткие сроки, что позволяет людям, которые имеют невысокий социальный статус и невысокую заработную плату, обеспечить себя и своих детей доступным жильем. В преддверии холодной войны стала крылатой фраза Левита: «Если у человека есть свой дом и участок земли, он никогда не станет коммунистом. Ему и без того есть чем заняться». В наше время политические убеждения вряд ли определяют место жительства, однако потребность в доступном жилье существует и по сей день. А значит, будут возникать новые левиттауны, будут возводиться дома путем долевого строительства и будут люди, для которых такое жилье – настоящее спасение и надежда на счастливую жизнь. Группа компаний «Уральская крепость». Улица Хохрякова, 10, офис 101. Телефон 361-32-85. Заходите на наш сайт www.uralskayakrepost.rf.